Лечебно-оздоровительные программы санатория «Знания» пользуются большой популярностью среди туристов. Основные профили санатория – лечение сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и органов дыхания. Недавно стало развиваться еще одно направление – физическая активность. Школа холического плавания, пилатес, зумба. И вот добавилась у нас йога. И плюс будет одно из важнейших направлений в рамках развития санатория – это фитнес-кэмп. Он предназначен для людей, которые находятся в других городах, которые ведут активный образ жизни, но хотят путешествовать и продолжать делать физические упражнения. И мы вот для этого создаем всю необходимую среду. Вдох, поднимаем руки вверх и снова тянемся перекрестом вверх. Несмотря на раннее утро, за улучшением физического и психологического здоровья в санаторий «Знания» пришли более 70 человек. Это жители санатория и сочинцы, для которых фитнес не просто мода, а правило жизни. Не так давно занимаюсь йогой, но мне кажется, это отличный способ проснуться утром, зарядиться энергией. После йоги, мне кажется, весь день у тебя идет на каком-то ровном, позитивном настрое. Это здорово. Йога уже давно стала популярным фитнес-направлением. Благодаря такой физической активности можно решить проблемы с заболеваниями нервной системы, органов кровообращения, дыхания и опорно-двигательного аппарата. Физическая активность, умеренная, с умом, если подойти, способна помочь человеку избежать заболеваний и способна помочь излечить какие-то заболевания. Фитнес-лагерь санатория «Знания» работает с понедельника по субботу с 8 утра до 8 вечера. Узнать подробности и записаться на занятия можно по телефону 8-988-234-43-62. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.